Здравствуйте. Скажите, как вас зовут? Алексей. Алексей. А вас? Вера Петровна. Вера Петровна. Дорогие друзья, мы приехали на Старомихайловку. Это окраина Старомихайловки. И вы можете судить, что здесь вот все посечено осколками. Да. Вот если смотреть, даже забор и окна повылетали. И здесь вот мы только что были, где-то на стволе гухнуло так, что коленки аж подкосило. Эта семья живет постоянно под обстрелами. У мужчины глаукома, да? Да. Глаукома, а вы, у вас накол кости, да? Это так, неожиданно. Неожиданно. А скажите, здесь вот перемирие существует или нет? Нет. Стреляют каждый день? Да. Вчера стреляли вечером и ночью сегодня. То есть никогда нет перемирия? Ну вот это было затишье, наверное, с неделю. А это что-то опять. За 6 лет неделя затишья. Да. Друзья, огромное вам спасибо, низкий поклон за то, что вы помогаете людям, живущим на линии фронта. Спасибо. И надеемся, что уже война закончится, и вы будете спокойно жить. Спасибо. Да, пора. Спасибо.